Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Мы продолжаем играть за бомжа в симуляторе. Бомж-симулятор. Бомж-симулятор. У тебя есть свободные очки, говорит. Одно свободное очко. А я ж вчера что-то делал. Повышает лимит здоровья. Выносливости. А вот это возьмем. Ай, я понял. Мы на этом, наверное, остановились. Так, она что-то пометит мне должна была. Это раньше был разговорчивее. Подожди, блин, Карл. Куда мне идти? Вот это что такое? Пользовательский маркер. Ок. Поехали, блин. Так, а как туда лучше пройти? Как тележка все-таки это? Чересчур. Чересчур управляется слишком. Юркая очень, блин. Я уже забыл, что она мне сказала в прошлый раз. Come, а ну, развлеки меня, и я заплачу. Чё? Ну-ка, давай. Деньги нам нужны. Друг мой, ты знал, что для богатых бедняки это просто источник развлечения? Ау-го-го! Вульгарнейшее... Так, мне тут в голову пришло, я буду побогаче, повлиятельнее, чем большая часть места. Так, чего бы мне устроить? Именно, я продемонстрирую свою силу максимально варварским способом. Однако это довольно сомнительный процесс, а мне не хочется рисковать репутацией. Так что мое могущество будет течь через тебя. Доставай-ка своего дружка. Будешь мочиться на людей в дорогих костюмах. Давай-давай, сделаешь, получишь награду. И не тяни с этим, время деньги, знаешь ли. Ну что, приятель, пора обоссать пару фронтов. Фронтов. Блин. Ты чё, дурачок, блин? Я не вижу тут нарядных прохожих. Чувак, ты нарядный? Сейчас посмотрим. Подожди, а как мочиться-то? Я забыл. Блин, черт тебя дери, я забыл, как мочиться. Вспомнил на F. А, там полицейский ходит, он меня и сам-то не обсикает. Иди сюда. I wouldn't do that if I were you. Извини, чувак. Не на тебя, на... А, вон, вон, в пиджаке идет. What do you think you're doing? Что ты себе думаешь? Очень по-плохому, не вопрос. Блин, за мной полицаи гонятся. Помогите! Спасите, бомжа убивают! Блин! Фак! Чё, всё, просрал задание. Где я вообще? Больница, блин. Ладно, короче. Чё-то херня какая-то, блин. Если честно. Поехали, блин. На прохожих при полицейских нельзя мочиться. Я это знал! Чёрт тебя дери. Ты чё так тебя заносит-то? А где этот клоун стоял, блин, в зеленом костюме? Деньжат-то надо было заработать. Сам просрал, короче. Надо было... А, вот же он. Давай еще разок попробуем. Подойди, не бойся, у меня для тебя есть дело. Да я знаю, давай. Давай, я пропустить хочу. Все, пойдем. Только теперь аккуратненько. А почему вот этот тип был в костюме, блин? Я на него того, а он не засчитал мне нихера. Что за бред? Чувак, иди сюда. Did you do that? I'll call the police.
Я звоню в полицию. Пошел вон, блин. Не надо звонить в полицию. Вот 0 из 10 показывает. Какого хрена? Еще и время идет, смотри, 3 минуты, блин. I wouldn't do that if I were you. Good luck crossing that off. Все, есть один. Ай, блин, спасите. Ты подойдешь? Time to call the authorities. Не надо меня бить! Я старый бомжара! Отстаньте от меня! Всего одного, блин! Чувака машина переехала, но это не я. Так что... А вот еще один ходит. Ну, тут полицман, блин. Да не, я не успею. Слишком мало времени дается. Полицейских столько ходит, кобздец. Опять меня поймают и все, блин. Кобзда, рулю. 1 из 10, нихера себе, блин. Ёкарный бабай, там что с чуваком происходит? Они его просто, блин, уже в фарш сейчас превратят. Чего вы все друг за другом ходите, задолбали, блин? Где тут кто-нибудь в нарядных одеждах? Вот ты, например. Сюда иди. Идите нахер! Коты! Так, иди сюда. Еще 5. Блин, опять полицейский гонится. Да что такое, блин? Как ты меня спалил-то, а, козел? Бежим, бежим. А, скотина. Блин, да я не успею уже, все. Нет. Нет! Это не подойдет. Спасите, блин. Я уже задыхаюсь. Я сейчас поймают. Торопись, блин. Я бы с удовольствием. Да вот что-то не получается. Да чтоб вас! Вы что, совсем охренели, что ли? Нахер, блин. Идите вы в жопу, блядь, все. Пошли по заданию, по своему. Заколебали эти полицаи, блин. Потом как-нибудь вернусь и сделаю. Они меня палят конкретно, блин. Надо было по всему району бегать, а не только в этом райончике. Тогда бы все получилось. Ну ладно, в другой раз получится. Блин, чувак, извини, я не хотел. Да что вы, блин, отстань от меня, пожалуйста, блядь. Да почему, блядь, за что? За что вы издеваетесь над бомжом? О, фу, блин, слава тебе. Отвалили от меня, твари. Запарили, блин, эти полицейские. Так, чё, клоун, давай рассказывай. Want, чё тебе мудила? Хочешь тут халяву подцепить, да? Ща мистер Кисель тебя подцепит. За жопу подцепит. А чё ты у моих конкурентов халявы не попросишь? Они себе могут позволить, всех моих клиентов переманили. Козлы. Они вызывают доверие. Они профессионалы. Они не клоуны с психическим расстройством и крюками вместо рук. Придурки, у меня то самые выгодные цены. Мое барахло просто-таки бомба. Так что кати сюда свою дебильную тележку и передай, что я просто так... Постой. Прости, я в последнее время что-то часто взрываюсь. Психиатр говорит, что нужно радоваться тому, что у меня есть. А я пытаюсь, правда, но тяжело, когда пытается все твое уничтожить.
Давай договоримся. Доставишь небольшую посылку, я тебе подкину халяву. Что скажешь? Отлично. Вот тебе подарок для моих конкурентов. Я привязал его к тележке. Бомба. Брось ее точно в том месте, что я отметил на карте, пока время на таймере не закончилось. Опять? Увидимся у тебя, когда закончишь. Удачи. Надеюсь, фейерверк тебе по душе. Серьезно? Блин, а можно сохраниться нельзя? Погнали, блин. Ёбаный кибастос, а. Я не люблю на время задания. Вообще ненавижу просто, блин. Терпеть не могу. А тут я чувствую, их будет дохренище таких. И чё там, далеко? Тормози! Да, блин. Не трынди ты там, я не успеваю. Я сосредоточился на беге. Мы уже приехали? Не знаю. Я не успею, блин. Да в смысле ускориться, блин? Ты чё? Я так и знал, что это грёбаная бомба. Вот нельзя, сэр, нельзя верить клоунам, нельзя! Слово о бомбах, надо бы нам рвануть отсюда. Фига себе, а тележка за мной поедет, нет? Можно в кустах спрячусь? Нихера там, блин! Быстро прячемся! Куда прячемся, блин? Ты чё? Фу, блин. Ха! Обвели легавых. Фу, блин, капец. Кое-как убежал. Иди сюда. Сколько, интересно, одна бутылка воды восстанавливает хпшек. Давай-ка сохранимся. Вот так вот. Поехали. За халявой, блин. Ну и заданец, блин. То обсы кого-нибудь, то бомбу подкинь. Так-то прикольно, конечно. Но на время ненавижу. Терпеть не могу задания на время. Просто это... Кого я там опять сбил? Идите вы в жопу, блин, задолбали. Под ноги лезут, а я потом отгребаю, блин. От ментов. Сволочи. Чё-то и жизни там убавилось у меня. Поколошматили меня, и машина чуть-чуть меня хренанула. О, а ты чё за... А вы чё, блин? Чё вы лезете ко мне? Сволочи! Думал, валяется кто-то, блин. Так, чё тебе? Ну просто бомба! Теперь пора выполнить мою часть сделки. Я поставил тебе автомат для переработки мусора. Проверь, работает ли. Бросай в него мусор, а на выходе получишь стройматериалы. Серьезно? Шредер. Как и обещал, вот еще немного стройматериалов. Сложи их где-нибудь, чтобы были под рукой, как будешь строить. Использовать можно только материалы в карле и в сундуках на базе. А у меня нет, простите. У меня нет сундука на базе. На, держи. Поместите все предметы в карло. Какие все предметы? Картонка. Ну что, починим курятник?
Голубятя? Странный ты. Так или иначе, чтобы делать ремонтные работы, нужен верстак. Соорудим его? Так, включите R. Открыть каталог, Tab. Где верстак у нас? Это что? Производство, приспособление, готовка, сад, оборона. Закрыто, блин. Верстак. Давай верстак поставим. Вот сюда. Да? Отлично, у тебя есть еще материалы на простой ремонтный набор. Чтобы открыть меню изготовления, зайди в взаимодействие с верстаком. Вальхейм начался, что ли? Простой ремонтный набор. Предмет в инвентаре. Теперь доставай ремонтный набор и почини сломанную голубятню. Должны предметы автоматически попадают в Карла. Понятно. Взять. Так, что мне с ним? Повернитесь к сломанной постройке, держа ремонтный набор, нажмите Е, чтобы починить ее. Пох, и готово! Так, мне пора, заходи в гости, у меня можно купить редкие материалы. Могу даже бесплатно поделиться в обмен на доставку подарков. Теперь вы можете покупать материалы у мистера Киселя. Теперь в голубятне можно улучшать голубиные навыки. Отлично, приятель! Бомба и мне быть не очень понравилось, но хорошо, что в итоге все получилось. Клопы в опасности, гони ко мне. Твой верный агент, жучара. Кажется, плохо дело. Надо навести шпиона, сейчас. Так, давай что-нибудь потратим. Так, медленный обмен замедляет голод и жажду. Хорошо. Так, к чё нам? Куда идти-то? А куда нам идти? А вон аж куда. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Далековато. Далековато. Ну ладно, пойдем. Так, а подожди, а чё там в голубятне-то? Взаимодействовать. Голубь взрывается, как только достигает цели, наносит значительный урон. Ага. Мне не хватает ни на что. Ладно, погнали. Чё ты ко мне разворачиваешься? А тебя можно не катать? Ты можешь сам за мной ездить? Вам нужно поесть, блин. Реально надо поесть. Так, чё там у тебя? Употребить. Так, поел, пошли. Мне уж баблишко надо до всякого этого. А то я так откопытюсь где-нибудь. Сохраниться давай, сохранимся. Отлично, пошли. А где жратву доставать? В мусорках колупаться? Ну я что-то пока не встречал тут на каждом шагу мусорки. А вот, стойка. Дай-ка пока пошусь. Нахер ванда... О, лук растет. Употребить, блин. Иди сюда. Блять. Я лука набрал репчатого. Жарить буду с картошкой, блять. А это что тут происходит? Что такое? Помет, семя подсолнуха. Это я что, огород буду садить потом? Нормально. Ладно, пошли. Будем подсолнухи потом сажать, семечки будем жрать. Чтобы аппендицит был. Если еще не было. Так, где еще мусорные баки? Так, ага, вижу там, смотри, что-то есть. Сейчас. Вандализма, чтобы не было, сюда отойду. Бах! Так, молоко скисшее. Фу, бля.
Давай попью. Да. Кислое молоко, фу. А, ты за мной же ходишь, блин. Зачем мне тебя катать? Ходи за мной просто, да и все. А это что такое? Стрельба какая-то. Пока не пойду. Погоди мне вот сюда. Так, ну-ка, стоять. Закрыт, собака. Представляешь, закрыт. Опа, картонка. Стройматериалы, хорошо. Так, чё, тут ничего нет. Пластиковая бутылка. А зачем она мне? Что с ней делать? Сок просроченный. Вкуснотища, блин. Да ну нахрен, вкуснотища. Опа. Молоко, блин, смотри-ка ты. Прям пакет молока нашел, консервная банка. Really нам это точно нужно? А я хер его знает, что не нужно? Подожди, дай я в тебя. Да дай я в тебя зайду, бля! Банка. Взять. Нахер. А коробки можно расхерачить? Можно, зашибись-то. Стройматериалы, блин. Ах, хорошо, блин, сейчас забомжую. Да, можешь меня положить. Так, инвентарь-то не железный, не это, не резиновый. Блин, так. О, можно шпинать, я забыл совсем. А эти ящички нельзя притырить, на них сидеть удобно. Так, все, окей. Ну чё? Вы знаете правила, держись подальше, смотри в сторону. Да-да, мы уловили. Что там? Вы заметили, что на улицах полно жуков, а клопов нигде не видать? И что? Мы просто лучше прячемся. Боюсь, нет, жуки организовали массовый налет на всех ребят из банды клопов. Хотят выпереть их из бомжевальни. Что? Да эти говнюки! Нужна поддержка клопов? Тогда их надо спасти и поживее. Пошли, приятель. Выбьем это говно из жучьиных бошек. Уважение клопов. Найдите клопа, которого обижают. А, бля. Найдите клопа, которого обижают. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь остановимся, продолжим в следующий раз. Ну, забавная игра, если так вот, если посудить, блин, не ожидал. На этом у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.